такая незаметная, под с высоким забором. Что там, где, когда вот это митинги начались, интересовались, что это, поехали туда, посмотрели. Оказалось, что это строили турки по заказу Евросоюза, Ахметов и Янукович как бы выделили эту землю, якобы для лагеря для иммигрантов. Но дело в том, что там не только и высокая колючая проволока, но там еще есть крематорий. Что за, как может быть в лагере крематорий, для чего, для каких целей? Оказывается, это все бандеры. При поддержке Евросоюза, при поддержке америкосов делали там фильтрационные лагеря, чтобы нас, сепаратистов, туда сажать и фильтровать. Каких расстреливать, а каких делать чистку. Сжигать, убивать.